Генеральный секретарь Исландского Красного Креста Кристина Хелмтисдоттер в Беларуси впервые. Но это отнюдь не означает, что гуманитарные организации наших стран ранее не пересекались. Напротив, за последние два года Исландия поставила в Беларусь гуманитарный груз стоимостью 12 тысяч долларов, что составило 15% от всей мировой поддержки. Помощью Исландии воспользовалось более 3500 белорусов. Самыми важными и нужными в посылках из-за границы оказались инвалидные коляски и ходунки. Только благодаря этой реальной поддержке международное сотрудничество между Исландией и Беларусью уже можно считать вполне успешным стартом, который непременно получит свое продолжение. В рамках этого визита мы обсудим тему торговли людьми, постараемся понять, как Белорусский Красный Крест работает с этой проблемой. Также посетим кризисную комнату для мигрантов. Это тоже актуально сегодня. И будем подробно рассматривать тему адаптации людей с психическими заболеваниями. Это очень важно, изучить то, какую огромную работу Белорусский Красный Крест проделал в этом направлении. Рост психических заболеваний – общемировая тенденция. Исландский Красный Крест имеет богатейший опыт практической помощи людям с когнитивными нарушениями. Там давно и успешно функционирует так называемый «открытый дом» – центр пребывания особенных людей, где основными приоритетами выступают уважение и достоинство. Там можно свободно пообщаться с людьми со схожими проблемами, получить поддержку и научиться вести автономный образ жизни. Отрадно, что при поддержке Исландского Красного Креста такой же теплый дом 5 лет назад был открыт в Минске. Гронинские специалисты тоже заинтересованы в том, чтобы вступить в этот масштабный важный проект. Хотя и свои наработки в помощи этой уязвимой категории граждан у нас уже тоже имеются. В Октябрьском районе города Гродно работает клуб поддержки пожилых людей, деятельность которого направлена на профилактику деменции и возрастных ментальных нарушений. Мы их привлекаем к занятиям в нашем отделении. Это занятия на укрепление памяти, на хотя бы сохранение тех функций, которые еще остались. Мы усиливаем общение между этими людьми в игровой форме, в форме общения. Сегодня у нас реализовывается около 40 международных гуманитарных проектов. Во главе сразу нескольких из них – человек с когнитивными нарушениями. Так, благодаря сотрудничеству Гродненской областной организации Красного Креста с коллегами из Германии, в нашей стране уже второй год оказывается адресная помощь на дому не только людям с особенностями восприятия, но и их семьям. Мы работаем по нескольким направлениям. С одной стороны, это помощь, медико-социальная помощь на дому, поддержка волонтеров, психосоциальная поддержка, общение. С другой стороны, мы обучаем близкое окружение, это родственников и волонтеров, как же обращаться с такими людьми, как общаться, как им помогать. Но не только тема ментального здоровья обсуждалась в рамках визита генерального секретаря Исландского Красного Креста. Высокие гости посетили представители руководства области, заручившись поддержкой государства в реализации проектов, а также встретились с получателями гуманитарной помощи и побывали в кризисном центре для мигрантов и женщин, находящихся в сложном жизненном положении. Гродно – особенный город в развитии гуманитарной дипломатии. Учитывая близость границ государств Европейского Союза, Белорусскому Красному Кресту очень важно реализовывать международные проекты именно в этом регионе. Тем более, что для большинства из них существенных материальных затрат не требуется. Мы обсуждаем большие перспективные проекты. Возможно, они не очень значимы с точки зрения финансов, но они обычно очень значимы с точки зрения экспертизы, новых знаний, нового опыта. И очень часто на работу общественной организации, в том числе на организацию психосоциальной поддержки, работу с семьями, не надо много материальных ресурсов. Надо уметь сделать это комплексно, уметь интегрировать работу общественной организации в работу уже хорошо налаженных государственных структур. Маленькой помощи не бывает, тем более адресной. А она, как и любая поддержка, начинается с простого разговора и коллективного желания облегчить участь того, кому сама жизнь оказалась гораздо менее благосклонной. И, возможно, этот визит тоже станет началом большого международного проекта, который поможет не одному белорусу. Олеся Матвиенок, Сергей Печерица, Дмитрий Пастернак. Новости Гродно+.